Всем привет! С вами Mad the Cat, и мы 2 недели не снимали, но мне стало лучше, и сегодня мы снимаем разные вкусности по вашим комментариям. А конкретно мы сделаем жареный снег из Undertale, блинчики к чаю из Геншина и сэндвич Бима из Времени Приключений. 2 рецепта из игры и 1 из мультфильма. И спасибо вам большое за поддержку, за все комментарии, мы все их читаем, очень приятно. Розовоносый кот. И чтобы поддержать наш канал, обязательно лайкни это видео, напиши в комментариях, что мы готовим в следующий раз. И если еще не подписаны на наш инстаграм, обязательно переходите туда. Подписывайтесь, там Буся в сторис. Давайте готовить. И начнем мы с того самого сэндвича Бима. Мэти, 3 яйца, тебе нужно выбрать 2. Первое, второе и третье. Какие 2 мы выбираем? Смотрите, он выбрал вот эти 2. Они, да, Матюш? Умничка. Жарим яичницу. Матюша доволен выбором. «Время приключений» — это один из моих любимых сериалов, поэтому готовить из него еду — отдельное удовольствие. Призываем Яромира и ставим сковороду на средний огонь. Теперь масло. Лучше сливочное, чтобы было вкуснее. Как только сковорода нагрелась, разбиваем в нее 2 средних яйца с личностью. Только это нужно делать очень быстро, чтобы первое яйцо не приготовилось, пока разбиваем второе. И лишнюю скорлупу лучше сразу вытащить. Яйца удобнее разбивать ножом, хлестким ударом вдоль глаз. И теперь наша задача сделать не скрэмбл, а просто смешать желтки в однородную массу. И сразу, пока не жарился белок, формируем из яичницы квадрат. Как только она стабилизировалась, переворачиваем. На одну сторону яичницы кладем кусочек претенциозного сыра. И сверху на терке трем еще обычного. Если за это время претенциозный сыр не расплавился, то натираем его тоже. Сворачиваем яичницу пополам и убираем с плиты. И теперь жарим хлеб. Жизнерадостный хлеб. Но пока он еще не жизнерадостный. Мэтью. Хлеб можно пожарить и в тостере, но веселее будет использовать сковороду. Если 2 кусочка хлеба не помещаются на сковороде одновременно, то жарим сначала один, а потом другой. Для лучшего сцепления хлеба со сковородой используем специальную кофеварку. Как только одна сторона пожарилась, переворачиваем и жарим со второй стороны. Опять не забываем про кофеварку. Хлеб жарим на среднем огне секунд по 30 с каждой стороны, до золотинки. Ну и второй кусок хлеба точно так же. Идеально. Чтобы сделать жизнерадостный хлеб, используем перец, горошек и гвоздику. Из перца делаем ломтику 2 глаза. Для этого просто вдавливаем горошинки на свои места. С помощью гвоздики делаем тосту улыбку. Просто отламываем у палочек широкую часть и присобачиваем к тосту. Получаем жизнерадостный хлеб. Возвращаемся к яичнице. Ее нужно подровнять под размер тоста. Берем кусок хлеба, прикладываем к нашему роллу и отрезаем лишнюю часть. Все неровности тоже можно выровнять, а можно просто оставить как есть. Похоже на охранника времени из Рик и Морти, я не помню, как их называли. Которые говорили, не играй со временем. Не играй со временем. А у нас это сосуд для кетчупа, чтобы все было аутентично. Наполняем сосуд кетчупом. Это лучший сорт кетчуповых помидоров. Кетчуп на самом деле лучше не жалеть. Так будет сочнее. Сосуд можно убрать в укромное место и доставать на стол, когда приходят гости. Немного перчим наше произведение искусства. И сверху кладем небольшую танцующую петрушку. Листочки можно немножко расправить. На тарелку кладем обжаренный тост. Сверху на него яичницу, кетчупом вниз. И накрываем лицевой стороной хлеба. И готово! Сэндвич Бима. Господин Лось одобрил. Спешл сэндвич Бима. Очень простой и, я надеюсь, что очень вкусный. Единственное, конечно же, нельзя есть... Нет, почему нельзя? Можно, но вы об этом пожалеете. В общем, лучше не есть вот эту гвоздичку. Нет, я не буду ее доставать. Теперь это специальный сэндвич Бима пират. Все нормально. Вкусный сэндвич. Но лучше было бы добавить еще больше кетчупа, а еще лучше ломтики помидоров, чтобы было посочнее. Ну и можно еще больше сыра, а в идеале еще ветчины. Но это же будет не специальный сэндвич Бима, а нечто что-то другое. И сделать его прям быстро и просто. Поехали дальше. И теперь мы готовим жареный снег, который пытается продавать Санс в игре Undertale. Мы посовещались, и я решил сделать 2 варианта жареного снега. Один из мороженого, а второй... из снега. И посмотрим, что будет вкуснее. Вы скажете, на дворе октябрь, где же ты возьмешь снег?
Благо у меня холодильник не No Frost, поэтому у меня очень много снега. Вот его и пожарим. Уже заинтересован, Матюш? Ты что делаешь, дурак? Пытается сожрать снег. Матюш, мы его пожарим, а потом, возможно, ты его попробуешь. Но вряд ли. Для начала нам нужно распилить эту глыбу на кусочки поменьше. Для этого используем обычный нож для хлеба. Своим зазубренным лезвием он режет снег и лед очень хорошо. Поэтому за пару минут превращаем огромную глыбу в гору заготовок для нашего блюда. Как нарезали, убираем в морозилку, чтобы не растаяло. Для того, чтобы сделать жареный снег из мороженого, нам нужны шарики мороженого. Мы взяли обычный пломбир, и поэтому теперь с помощью ложки делаем шарики. Проще, конечно, было использовать специальную ложку для мороженого, но у нас ее нет. В любом случае, эти шарики будут панироваться, поэтому их идеальность нам не критична. Тоже в морозилку. Панировку мы сделаем из перемолотых хлопьев, яйца, и кокосовые стружки. И для начала нам нужно перемолоть хлопья в пыль. Бусиха бегает. Буся. Нахохлишь. Хлопья мы взяли самые обычные, можно брать вообще любые. Их задача будет создать корочку вокруг мороженого, которая не даст мороженому растечься. А используем мы хлопья, потому что они дадут дополнительную сладость и хруст нашему снегу. Сыпем их в блендер и перемешиваем в крошку. Только именно в крошку, а не в пыль. С этим вполне справился бы господин Лось, но, к сожалению, сегодня он не в форме. Молотые хлопья высыпаем в тарелку. И для надежности перемешиваем их с небольшим количеством панировочных сухарей. Во вторую тарелку сыпем кокосовую стружку. В миску разбиваем одно яйцо и хорошо перемешиваем его венчиком. До однородной консистенции. Заранее призываем Яромира и наполняем кастрюлю маслом. Масло должно быть горячим к моменту, как мы запанируем снег. И начинаем панировать. Сначала снег. Обваливаем его в кокосовой стружке. Чтобы она лучше прилипала, лед можно немного растопить. Дальше обмакиваем в яйце, только очень аккуратно. Затем хлопья. Они должны покрыть всю площадь нашего снежного куба, поэтому обсыпаем со всех сторон. Потом снова в яйце, только осторожно, так как со льда панировка сходит очень легко. И снова в хлопья. На этом этапе дырок в панировке быть уже не должно. И наконец опускаем снег в масло и ждем 20 секунд. Внимание! Не вздумайте повторять это дома. При добавлении воды в кипящее масло может произойти взрыв. Кипящее масло просто вылетит из кастрюли и обварит всех, кто находится рядом. Я пока не знаю, что получилось, но по крайней мере что-то пожарилось. И вот настоящий жареный снег готов. И убираем в холодильник, чтобы не растаяло раньше времени. Приступаем к снегу из мороженого. Также обваливаем шарик в кокосовой стружке, затем в яйцах и в кукурузных хлопьях. На мороженом панировка держится гораздо лучше, чем на снеге, что не может меня не радовать. Повторюсь, на последнем этапе не должно остаться ни единой дырочки в панировке, иначе мороженое просто вытечет в масло. Погружаем шарик и ждем 20 секунд. Вытаскиваем и оставляем на салфетках, чтобы стекло лишнее масло. И, наконец, выкладываем жареный снег на доску. Два шарика у нас из мороженого и один из снега. Сверху украшаем сахарной пудрой. И готово! Настоящий жареный снег! И, наконец, все готово! Это настоящий жареный снег. Попробуем сначала шарик, сделанный из мороженого. Это идеальное сочетание для Матюши. Он любит и мороженое, он любит и всякий хлеб. Но ни то, ни другое ему нельзя. Ой. Он весь разваливается, но это очень вкусно. Во-первых, вкусно само сочетание мороженого с кокосовой стружкой. А во-вторых, что самое главное, очень забавное сочетание еще холодного мороженого, прохладного, с теплой вот этой вот штукой, которая его держит, с панировкой. В общем, необычно и вкусно. Мне прям понравилось. А теперь давайте попробуем лед и посмотрим вообще, что там получилось. Лед сбежал. Если к мороженому панировка приставала хорошо, то есть она держала все со всех сторон, потому что она липкая и так далее, то со льдом было все гораздо сложнее, потому что когда лед подтаивал, панировка просто съезжала по нему сразу. Ну и в любом случае он бы, конечно же, там внутри растаял. Но я все равно попробую. Попробуешь? Матюша не по вкусу.
Ну что я могу сказать, это гораздо менее вкусно, чем вот это. Панировка с привкусом кокоса и воды. Короче, вот этот рецепт жареного снега можно не готовить. А вот это прям хорошо. Едем к следующему. И готовим блинчики к чаю. Стопка круглых блинчиков. Это блюдо появилось благодаря аристократам, которые любили послеобеденный чай. Для него собирают только лучшие ягоды. Ягоды странные, но похожи на малину желтую. Поэтому что-нибудь придумаем. И готовим. Идеально. О, черт. Готовила Наэль, поэтому она приготовила специальное блюдо. Для блинчиков Наэль нужен отдельный специальный выпуск, поэтому если хотите, пишите в комментариях, мы как-нибудь их приготовим. И второй раз. Идеально. Блинчики. Хочу крутануть баннер разочек. Вдруг выпадет, например, Мона. Мэтью изображает птичью личность, сидя на этом подлокотнике. И сейчас он зарядит. Зарядит на круточку, зарядит на круточку. Давай, давай, давай. Спасибо, Матюша. Все готовы? Крутим. Вот это да! Ну! Мещ! Мой злейший враг. Это, конечно, неплохо, но это не персонаж. Мэти, что ты сидишь смотришь? Ты сбил мне все. Что еще более забавно, он двуручный. У меня нет ни одного двуручного персонажа в команде. Потому что Рейзер больше не в команде. Ладно, давайте крутанем еще раз. Раз, два, три. Дубины переговоров. Готовим блинчики. Новая мисочка. Теперь на огонь я ее не буду ставить. После того, как мы обрели новую дубину переговоров и новый бесполезный золотой меч, мы приступаем к блинчикам. В этом миска такая огромная, что Матюша даже в ней целиком поместится. В игре нет четкого рецепта блинчиков, поэтому мы можем сделать их абсолютно любыми. Так давайте сделаем их нежнее и вкуснее, чем обычные панкейки. Для этого в миску разбиваем одно яйцо, сыпем 2 столовые ложки сахара, чуть-чуть ванилина или пакетик ванильного сахара и перемешиваем в единую массу, чтобы растворился весь сахар. Все же мегамиска оказалась немного велика для нашего теста, поэтому переливаем все в миску поменьше. Выливаем туда же 250 мл теплого кефира и быстро смешиваем. Смотри. Туда же добавляем 2 столовые ложки растопленного сливочного масла. И опять мешаем. Теперь трем в миску одно яблоко, прямо с кожурой. Оно даст нашим блинчикам дополнительную сочность. Отдельно смешиваем сухие ингредиенты. 150 грамм муки, четверть чайной ложки соли, одну чайную ложку разрыхлителя и четверть чайной ложки соды. Все это перемешиваем. И просеиваем в жидкую часть. Теперь смешиваем очень быстро. Если остаются комочки, то это нормально. Важно не выгнать из теста весь воздух. Именно от этого блинчики будут нежными. Тесто готово, теперь жарим. Призываем Яромира и на средний огонь ставим сковороду. В нее льем подсолнечное масло, чтобы не горело. И туда же добавляем кусочек сливочного масла для вкуса. Как только масло нагрелось, накладываем тесто и формируем блинчик. Накрываем крышкой и даем пожариться 2 минуты. Потом переворачиваем и жарим еще 2 минуты под крышкой. До золотистости. Как пожарился, убираем на тарелку и повторяем до желаемого результата. Для украшения блинчиков мы будем использовать вот такую вот малину. Она обычная красная, но у нас есть пищевой золотой глиттер и кисточка. И поэтому сейчас мы ее будем красить. Малинка. Кисточка. Прости, Матвей. Такой он любит. Как ему нравится. Thank you.
В общем, не нашел я желтую малину, да и так гораздо веселее. Красим обычным пищевым глиттером, который используется для тортов. И используем обычную кисть для рисования. На мой взгляд, так ягоды получаются более волшебными. Какими-то по-настоящему золотыми и сияющими. Поэтому все к лучшему. Малинка готова. Очень похоже, можно украшать. Украшаем нашу горку блинчиков. Еще немного гримируем малинку. Кстати, вот это листочки базилика. Поливаем все медом. И готово! Блинчики к чаю. Получилось очень похоже. Блинчики к чаю. Рубрика «Как в Геншине», только лучше. И вкуснее. Давайте пробовать. Они получились очень симпатичными. Матюш. Господин Лося уберем. Пробуем. Они очень вкусные, сочные, влажные, нежные. Они сухие, как панкейки. И выглядят очень симпатично. А еще я очень хочу попробовать золотую малинку. На вкус, как обычная малинка. Вкусно. Конечно, их лучше есть чем-нибудь. Со сгущенкой, сметаной, вареньем и так далее. Но если вы дадите им полежать в контейнере, закрытом где-то пару часов, то их вообще можно будет есть просто так. Они будут очень нежными и вкусными. Ну и как я говорил, мы выбирали между вкусом и прям идентичностью. Мы выбрали вкус. Чуть-чуть по внешнему виду отличается, зато это намного вкуснее, чем любые панкейки. К тому же в игре четкого рецепта нет, поэтому имеем право делать, что хотим. Вкусные блинчики к чаю. Матюша уже хочет спать. Еще раз спасибо большое за поддержку в комментариях. Лайкайте это видео, переходите в Инстаграм, подписывайтесь. Там Бусюша в сторис. Пишите в комментариях, что еще приготовить. Еще раз спасибо, что смотрели. Пока. Спасибо, что досмотрели до конца.